Приветствую вас, братья и сестры. Интересно, да, в первый раз я выхожу в 11.50, это, конечно, авансом за прошлые времена, когда нам оставалось минут 15 и заканчивать нужно было служение. Но я надеюсь, что я не буду сильно долго да, морить вас э, теологическими исследованиями, размышлениями, э, просто прикоснемся к тексту. Э, мы сейчас с молодежью изучаем Евангелие от Иоанна, и так совпало, что я когда-то обещал, что я буду брать, отрывок за отрывком и тихонько рассуждать и путешествовать по этому Библии. Но в молодежи у нас это произошло как бы на практике. Мы каждую среду собираемся, мы по полтора часа. И я вижу, что у молодежи есть интересы. Некоторые даже не спешат домой идти и хотят больше что-то узнать. Вот. А эта Евангелие начала приносить благословение нашему молодежному служению. Поэтому сегодня я дошел, я помню, что я пропедал уже четыре раза. Это пятый отрывок Евангелия от Иоанна. Иоанн поделил его на 39 маленьких отрывков. Оно сшито особым образом, не так хронологически, как Евангелия синоптические. Для него не была важна история, для него не, ну, не важна была хронология, что зачем и как идет. Ему важно было передать послание новой церкви, ранней церкви, которая верила, что Иисус Христос есть Мессия и есть наш Господь. И пятый отрывок, это Евангелие от Иоанна, вторая глава окончания главы с 13 по 22 стих. Если помните, мы рассуждали на первую главу, говорили о вступлении, говорили о свидетельстве Иоанна Крестителя об Иисусе, о свидетельстве четырех учеников. И мы с молодежью в, прошлое, в прошлую среду как раз и заметили, что это было свидетельство не четырех, а пяти учеников, потому что сам евангелист Иоанн, он как бы скрыт за, за свидетельством, о чем он пишет во второй главе. Вторая глава с 1 по 15 стих мы говорили о том, как Иисус Христос начал свое земное служение. Если помните, братья, вы можете включить второй слайд. Там структура общая. Я об этом говорил, когда мы рассуждали на первое чудо Иисуса Христа. Иоанн очень интересно создал или структурировал, может быть, не всем видно издалека структурировал свое Евангелие. Он его поделил на две части. И богословы называют первую часть это книга знамений, потому что в первой части Евангелия Иоанн как бы показывает публичное служение Иисуса Христа. Иисус Христос чудесами, проповедью Своей пытался достичь народа Израиля, показать, что наступает мессианская эра. Вторая же часть Евангелия от Иоанна, ну, его называют иногда книга славы, потому что Иисус Христос меняет акцент с публичного служения Израилю и переключается на такое более скрытое, более личное, общение с учениками и для него последняя вот глава Евангелия от Иоанна именно показывает о том как Иисус Христос формирует будущих евангелистов, будущих проповедников своего царства. Он переключился и занимается с этим узким кругом учеников. Там есть пространные такие учения Иисуса Христа, то, как Он проводил время с учениками, готовил их к служению. И так называют Book of Glory, потому что там слава Иисуса Христа начала открываться пред глазами учеников. Они начали понимать, кто это. Они начали видеть в нем посланного помазанника Божьего. Но если смотреть дальше, третий слайд, братья, интересно, что Иоанн делит и дальше вот эту структуру свою, он дальше разрабатывает. Если можно, включите третий слайд. Если видно, вот эта книга первых 12 глав, книга славы, книга знамений, как ее называют богословы, Иоанн разделил тоже на две части. На две части, во многих комментариях, книгах вы найдете это. Первое, с 2 по 4 главу мы видим, что Иоанн передает атаку Иисуса Христа на институции иудаизма второго храма. Он начинает касаться вот этих установлений, которые появились в Израиле, показывая, что эти институции, эти установления иудаизма, они были временным указанием на начало мессианского века, на начало пришествия Мессии. И с пришествием Мессии все вот эти институции, они утрачивали свою актуальность, потому что начинается мессианская эра, пришел Мессия. И поэтому в 2, 3 4 главы мы видим, что и в Кане Галилейской он начинает обращать внимание Израиля. Он говорит, там стояли чины для ритуального очищения. Он начинает обращать внимание. Внимание, что это указывает на начало мессианской эры. Когда придет Мессия, настанет пир, праздничная трапеза, наступление мессианского, э, 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 мессианской эры или века, начинается радость в народе Божьем, потому что сам Мессия пришел в свой народ. И вот во второй главе, в конце второй главы, он начинает касаться вопроса храма, что и храм, в свою очередь, был Богом, как бы, выбран или предопределен в божьем плане, чтобы показать через него, это было как тень той духовной реальности, которая станет актуальной с пришествием Мессии. Иисус Христос в этом отрывке, на котором мы будем рассуждать сегодня, он пытается показать религиозным лидерам Израиля и народу Израиля, что с пришествием Мессии и эта институция, она начинает утрачивать свою актуальность. Дальше мы видим и... То, что в иудаизме появилось такое особенное положение раввина или учителя. Иисус Христос в 3 главе, мы будем об этом рассуждать, Он тоже атакует вот это уважительное положение и в такой с говорит, ты учитель Израиль, но ты мало что знаешь, ты не знаешь. И в последнем в 4 главе мы видим рассуждение о правильном месте поклонения, потому что в мезоветний период произошли разные споры в иудаизме и говорили, что только если ты приходишь на храмовую гору и только в Иерусалиме ты действительно можешь поклоняться Богу и больше нигде. И там в разговоре с Самарянкой Иисус Христос тоже касается этого вопроса. Вторая половина этой книги знамений – Идет рассуждение Иисуса Христа, мы видим, что Иоанн показывает, что Он всякий раз приходит, присутствует и посещает все иудейские праздники. Иисус Христос с уважением относился и всегда был, присутствовал на иудейских праздниках, показывая, что и сами праздники тоже, в свою очередь, указывали на наступление мессианской эры, на пришествие Мессии. Также и суббота, и Пасха, и праздник Кущей, и даже Ханука, она не была заповедана Богом как празднество в Ветхом Завете. Ханука появилась в межзаветний период. Но Иоанн говорит, что даже и то, что вы сами придумали, и то, что появилось в между между заветами тоже указывает на наступление мессианской эры. И тоже показывает, как тень, будущую духовную реальность, что с приходом Иисуса Христа, с приходом Мессии, все эти праздники утрачивали свою актуальность, потому что для народа Божьего Иисус Христос, Он будет и субботой, он будет и Пасхой, он будет и праздником кущей, и он будет Ханукой. Иисус Христос заменяет в себе все институции и даже все праздники для того народа, который будет поклоняться Богу в духе истине. и истине. Именно об этом так интересно структурировал свое Евангелие Иоанн, чтобы, видите, он не хронологически, а именно тематически теологически он собрал все институции со второй по четвертую главу и все праздники с пятой по десятую главы, показывая, что наступает мессианская эра, наступает исполнение всего того, о чем говорили пророки и о чем говорила даже литература межзаветняя, которую называют литература второго храма, иудейские писания. Они все говорили о наступлении мессианского века. И этот век начал сбываться, исполняться с пришествием Иисуса Христа. И сейчас мы подходим, спасибо, братья, за PowerPoint, сейчас мы подходим к тому, как Иоанн описывает интересную историю, которая произошла в жизни Иисуса Христа, когда он пришел в Иерусалим, приближалась Пасха, и он зашел в храм. И в храме он увидел, как интересные иудеи во главе с Каяфой, Анны организовали интересное служение. И ему не понравилось это, потому что он увидел опасность. В этом служении, и мы читаем, мы сейчас прочитаем, Он очень интересным образом, ревностно, и это видели ученики его, он ревностно ответил религиозным лидерам: читаем такие слова с 13 стиха Евангелия от Иоанна, 2 глава: Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и сделал в из зверевок, выгнал из храма всех. Также и овец, и волов и деньги у новщиков рассыпал, а столы их опрокинул и сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте, домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность под доме твоим снедает меня. На это иудеи сказали, а каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Но это сказали иудеи. Сей храм строился 46 лет, а ты в три дня воздвигнешь его? А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Русалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя Его. Иерусалимский храм – это интересная институция Божьего народа. В то время, когда пришел Иисус Христос для Иудеев Иерусалимский храм отождествлялся с Израилем. Это была их национальная и религиозная твердыня. Вся жизнь израильского народа, она крутилась вокруг храма. Мы знаем, что оригинальный храм был разрушен. Храм Соломона в 586 году под вавилонские Армии под предварительством царя Новходоносора, они разрушили храм, увели Израиль в, в Вавилонское пленение, в рабство. Мы знаем, что по возвращении из рабства, об этом пишет книга «Нееми и Ездры, через Зоровавеля Господь отстроил, появился второй храм, так мы его называем, период второго храма, во времена правления царя Ирода. Он, он любил строить. Мы знаем, что он нашел маленькую пещеру Масаду и расстроил ее до огромных размеров, где пытался прятаться, если будут какие-то военные слухи. Он отстроил пещеру Масаду, и он занялся обновлением, восстановлением, строительством, достраивать храм. Это был его главный такой building project. Его был самый большой проект строительный. Он занимался этим многие годы. Как мы читали, 46 лет храм Ирода строился. И когда Иисус Христос появился на Земле, появился в Палестине в то время, он начал показывать народу израильскому, что вот эта институция, вот это установление, огромное здание, оно начало утрачивать свое истинное назначение. Назначение храма было, чтобы люди, приходя в Него, как говорил первый брат, приходя в Дом Божий, встречались с Богом. Мы приходим в церковь, чтобы встретиться с Богом. Здесь присутствует Господь резидентно, присутствует Духом Своим Святым. В Иерусалиме было только одно место, где человек мог встретиться с Богом, это был храм. Если человек хотел и искал лица Божьего, хотел видеть лицо Божье, он шел в храм. Это было главное религиозное, святое, сакральное, священное место – где люди могли встречаться с Богом. Это было окно в небо. Это была главная священная такая э, институция, установление, куда люди могли прийти и увидеться с Богом. И поэтому продажа животных, которая организовалась тогда э, во дворе язычников или во внешнем дворе, она имела интересное, как бы она была направлена на то, чтобы людям помочь. Ничего как бы плохого в мотивах не было. Мы знаем, что за падение и согрешение Господь сделал такое, как бы, выход из ситуации. Когда человек согрешал, он мог принести жертву, искупление за грех или очищение, и его отношения восстанавливались. Поэтому многие приносили в храм жертву, если кто-то оступился, где-то согрешил, упал, потому что у всех греховная природа, брала иногда верх в жизни, они имели возможность покрыть это. Поэтому была организована вот эта практика жертвоприношения. Ее сам Господь водил Израиль, чтобы дать людям какое-то исключение из правил. Чтобы не сразу побивать камнями за грех, а есть возможность возобновить отношения, есть возможность раскаяться, восстановить все. Поэтому практиковалось вот это жертвоприношение. И лидеры Израиля, духовные должны были научить людей грешить меньше, должны были научить людей освещаться. А жертва – это было как, как последнее извинение или как исключение, которое позволяло, если уже ничего, если человек уже так в своей жизни неаккуратно не, не освещался, не думал о духовном и упал, согрешил – то можно было этот вопрос решить через жертвоприношение. Но в Израиле жертвоприношение стало на такой обычной, э, и приняло характер. Это было все поставлено как на конвейер. И каждый день тысячи и тысячи жертв приносились за грехи людей. И когда Иисус Христос появился тогда в Иерусалиме, Каиафа и, и Анна в споре с Синедрионом решили значит, пойти как бы людям навстречу и в дворе язычников организовать э, обмен денег и продавать животных для жертвоприношений. Поэтому людям из Галилеи, с земли Башан, сверху где-то с севера, не нужно было нести вот этих ягнят или вести валов для жертвоприношения. Они могли просто прийти с деньгами, обменять их на валюту храма и купить ту жертву, которую нужно. Там были разные, мы читали, крупнорогатый скот, были разные жертвы. И каждая жертва, она предназначалось для определенной жертвы за грех. Я знаю, что, например, голуби могли женщины принести для очищения, особенно если у них не было финансового, они были бедные. Мы читаем, что родители Иисуса Христа они были бедные и они принесли им на две голубицы. Это была такая жертва очищения. Это все об этом написано в книге Иливит и в книге чисел, кто хочет, в книге Исход в 20 главах, об этом, какие жертвы различные покрывали различные грехи. Была такая практика. Миновщики тоже, или ростовщики, они присутствовали каждый день в храме, потому что в храме ходила только одна валюта. Люди приносили свои деньги, и они должны были обменять на валюту храма, на биткоины, вот, потому что только биткоины считались настоящей валютой, которой можно было уплатить и налог, храмовый налог, который каждый год мужчины с 12 лет и старше должны были... Быть... Я пошутил, там были не биткоины, конечно. Я вижу улыбки в зале. Синедрион решил, какую выбрать валюту. Может быть, если были биткоины тогда, такие абстрактные деньги, которые нельзя потрогать, я думаю, евреям они не очень нравятся, все-таки лучше потрогать. Вот. Они думали, какую валюту выбрать, чтобы приносить и, и вот этот храмовый налог, и обмены. Они посчитали, что римские, римские деньги, они только в них содержится 80% серебра, а тирский шекель или тетрадрахма, а в ней 90%. 6% серебра. И евреи подумали, ну что, ну давай лучше хоть потяжелее, да хоть что-то. И сказали, все, в храме будет только тирские шекели ходить. Что интересно, что одна монета шекеля, она даже, чтобы ее не делить пополам, чтобы заплатить налог, два еврея соглашались, как-то они там, не знаю, как они решали, кто кому как вернет, приносили один шекель вдвоем, чтобы заплатить налог. Поэтому в храме ходил тирский шекель. Самая тяжелая монета, 14 грамм. 95-96% серебра в ней. Это была храмовая монета, и когда приходили люди, если у них были римские деньги или другие деньги из других стран, они должны были в храме обменять. И вот эти ростовщики, они научились зарабатывать деньги на служении в храме. Потому что при обмене валют всегда можно что-то выиграть, что-то осаждается. И религиозные лидеры – не занимались освещением народа, не учили народ грешить меньше, а наоборот поощряли, что, пожалуйста, 24 часа в сутки, 24-7, как говорят, вы можете прийти, и ваша проблема будет решена за ваши деньги любой каприз. И круглосуточно в храме шел бизнес, и когда зашел Иисус Христос, он увидел, что из славы Божьей сделали бизнес. И на славе Божьей люди додумались зарабатывать деньги. И зарабатывали продающие, и зарабатывали меняющие. И никто не думал об исправлении греховного общества Израиля. И всем было выгодно, что у Израиля, у иудеев такая греховная природа, что они так часто согрешают. На этом можно заработать. И, безусловно, это было вызовом для Иисуса Христа. И он с такой ревностью пытался докричаться до народа, потому что он, видите, и бич в руки взял. То есть это была такая акция ревностная. Это стало известно всему Иерусалиму. Он начал изгонять это из храма. Он сказал, заберите это все. Храм предназначен для общения с Богом. В храм люди должны приходить, чтобы освещаться. В храм люди должны приходить, чтобы общаться с Богом. А вы превратили его, как он говорит, в вертеп разбойников, в азиатский базар. Вы научились зарабатывать на религии деньги. Вы не отвечаете нуждам народа. А вы используете ихнюю боль. Вы используете их страдания, чтобы нажиться. Это было в корне неправильно и противоречило планам, зачем Господь построил и резидентно присутствовал в храме среди Божьего народа. Это было место поклонения. А Израиль забыл об этом. И никто не думал о Яхве, а думали о тирских шекелях, чтобы собрать побольше, чтобы обогатиться. И, безусловно, вот Такое служение в храме, оно шло в разрез с истинным прозначением святого священного места. Иисус Христос, безусловно, Он всегда отождествлял себя с храмом, потому что и Он всегда назвал храм храм Отца Моего, да мой храм. Вот. Это было унижением. Это было унижением для имени Божьего, для имени Яхвы, что то место, где люди встречались с Яхвой, превратилось в этот грязный базар, где люди торговали и разменивали славу Божию на простые монеты. Это первое, почему Иисус Христос так ревностно написано, как Матвей пишет, он вошел в храм, выгнал покупающих и продающих, он опрокинул столы, скамьи, голубей, и говорил им такие слова, что мой дом – дом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Вы забыли о главном предназначении священного места встречи с Богом, и вы используете его, чтобы обогатиться. И это очень зло в очах Божьих. Второе, почему такая была реакция Иисуса Христа, потому что интересно, смотрите, для Иисуса Христа и для Бога Яхвы храм был местом, где все народы могут прийти и поклониться Богу и начать или иметь личное взаимоотношение с Богом. Бог предусмотрел это. Мы знаем, что был двор, где женщины собирались, где, было, где, где собирались главы семейств, они входили в храм, другим нельзя было входить в храм. Сам храм, он имел несколько секций, куда мог входить только первосвященник. Но и был двор язычников. Это было единственное место для тех, кто не еврей, но кто боится Бога, их называли God Fears или боящиеся Бога, они могли прийти в это место и там поклониться Богу. Это было единственное для них место. Другого места не было, где мог язычник зайти на территорию храма и поклониться Богу. Но именно на этой территории. В споре Каиафа, когда спорил с Синедрионом, они решили именно на этой территории, во дворе храма язычников, вот создать вот этот бизнес, вот этот базар. И получается, вот своей практикой, своим этим служением, они заблокировали, практически уничтожили поклонение язычников Богу. Потому что им не было где поклоняться Богу. То место, которое Богом было установлено для молитвы для всех народов, Израиль забрал себе. Потому что Израиль абсолютно не переживал о других народов. А какое мне дело до других наций? Мы избранная нация. Наш храм. Наш Иерусалим, все для нас. Яхвы только для нас, он наш Бог. Поэтому что нам думать о том, что храм должен быть местом для молитвы для всех народов? Нам нет никакого дела о том, как живут другие народы. Спасены они или они идут в погибель. Мы думаем только о себе. Вот это тоже было в глазах Иисуса Христа преступлениями. Он сказал, когда Он изгонял их, написано, и учил их, говоря, не написано ли мой дом домом молитвы наречется для всех народов. Не только для вас. Для всех народов, и Израиль я избрал, как свидетеля для всех народов, еще с 12 главы бытия, через Авраама, Бог сказал, я через тебя привлеку все народы. А вы оценили мою любовь и милость как вашу собственность? Вы хотите владеть этими, никому не отдать, ни с кем не поделиться? И то место, которое было предназначено для поклонения язычников, Израиль забрал и здесь создал базар. Поэтому Иисус Христос тоже, как бы смотря на это, Он хотел докричаться до народа Божия, что вы своим вот этим лжеслужением, служением, своим корыстолюдям, вы закрываете дорогу другим народам к поклонению Богу. Вы закрываете их. Вы не допускаете их благодать. И это было преступлением в его его глазах также. Но самое главное, главной целью вот этой акции в храме, которую сделал Иисус Христос, было не просто восстановление правильного поклонения, не просто восстановление правильной службы в храме. Главной целью Иисуса Христа было показать всему народу, как я говорил в начале, что начинается исполнение всех ветхозаветных пророчеств и чаяний Израиля которые содержатся в литературе второго храма, в литературе, написанной между заветами, начинается исполнение всех ожиданий, все мечты, которые имел Израиль, начали исполняться с пришествием Иисуса Христа. Когда мы читаем эту литературу, например, есть такое интересное, ниточкой проходит интересная идея. Когда мы читаем 40 и 44 главы Езекииля, Езекииль намекает, что в мессианскую эру когда придет Мессия, будет новый храм. Почему-то второй храм иудаизма, он, он уже не представлял почему-то такой огромной ценности для многих пророков. Они говорили о каком-то новом храме. Будет новый храм. Когда мы читаем первую книгу Еноха, она не входит в, в, канон, это межзаветняя литература, она передает чаяние Израиля, его мечты, его ожидания. Первая книга Еноха, 90 глава, с 28 по 36 стих, Енох говорит, что он видел, как Господь закладает новый храм и строит новый храм, убирает старый и ставит на его место новый. Так же самая книга, такие как Псалмы Соломона, в 17 главе, в 30 стихе, он, он увидел то, что Мессия придет. Мессия придет, он возревнует, он появится в Доме Божьем. И с этого момента начнется какая-то новая духовная реальность. Та реальность пройдет. То просто тень, которая указывает на что-то новое, но пророки не могли сформулировать, может быть, не хватало им Воображение мудрости, знания, понять, что Господь делает, но они понимали, что вот это все, что Израиль имеет, оно просто временное, оно указывает на что-то важное, на что-то высокое, чего еще не, невозможно охватить умом, но что-то будет новое. Господь сделает что-то новое. И вот с пришествием Иисуса Христа, Иисус Христос пытается показать, что все вот эти мечты, которыми вы вы жили, и все пророчества в моем служении, в моем присутствии начинают сбываться. Он хотел показать, что этот длин, длительно ожидаемый новый храм, Он пришел к ним сам, потому что Он видел себя тем, кто замещает собою храм. Он противопоставил себя храм. Он хотел показать, что именно он является тем окном и дверью, через которую мы можем войти в присутствие Бога. Не просто какое-то каменное строение, а он сам для верующих людей, для новых поклонников, которые будут поклоняться в духе истины, он сам будет храмом, он сам будет священным местом будет тем местом, где люди будут встречаться с Богом, где люди будут иметь свои личные взаимоотношения с Богом. Вот этой наступающей реальности он начал потихоньку проповедовать, когда появился тогда в Иерусалиме. Например, мы считаем, вот мы уже читали о том, что он говорил, разрушьте сей храм. И потом, сначала ученики не поняли, потом, когда он воскрес, ученики вспомнили, что это он говорил о себе, он говорил о своем теле, и только тогда поверили, что он действительно есть этот храм, который обещали пророки, который чаял израильский народ, этот мессианский храм, пришествие Мессии. Дальше мы видим, что об этой наступающей духовной реальности он говорил у колодца, мы будем потом рассуждать когда-нибудь в следующий раз, у колодца с самарянкой. Он начал приоткрывать завесу, что будет в мессианском царстве. Он говорил, их настанет время. И оно уже настает, уже настало, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Бог не привязан к каменным зданиям. Бог не привязан к какой-то местности. Потому что в споре Самарянка говорила, что вы говорите, там поклоняться, мы верим, нужно здесь поклоняться в новой реальности, в мессианском царстве, Богу будут поклоняться в духе истины. Это главный месседж Иисуса Христа. Не привязывайтесь к институциям иудаизма. Это было временное установление Божие, которое указывало на пришествие Мессии. С наступлением мессианского века, мессианской эры, реальность будет другая. И вам уже не нужен храм физический, какое-то здание. Через Иисуса Христа вы имеете открытый доступ в небо. И вы можете приходить к Богу, когда есть нужда, когда на сердце скорбь, открытый доступ к Богу. Дальше он говорил об этом тоже, намекая ученикам, когда мы читаем Матфея 24 главу, когда они были в Иерусалиме, и ученики восхитились прекрасным строением храма, он им сказал, видите ли все это, истину говоря, не останется камня на камне, не оставляйте свой взор на каком-то временном на тени, посмотрите на духовную реальность, есть что-то больше храма. В другом месте он так и сказал, в Матфея 12 главе он сказал, говорю вам, что здесь тот, кто больше храм. Он противопоставил себя всей религии иудаизма. Религия иудаизма – это только тень. В Израиль пришла реальность. Ее можно потрогать, потому что Иоанн пишет, мы притрагивались. Она была реальной, она была с нами, она жила с нами. Иисус Христос даже перед Каяфа, когда стоял в суде, вы знаете, за что его обвинили? Именно за противопоставление себя храм. Это то, что евреи не могли простить. Написано, и некоторые встал уже свидетельствовали, против него и говорили, мы слышали, как он говорил, я разрушу храм сей рукотворный, и через три дня воздвигну другой, не рукотворный. Иисус говорил о другой реальности о другом храме. Даже если он говорил об этом, о своем воскресении, он все равно, мы видим, связывал себя с храмом, свою судьбу с храмом и свою идентичность он сравнивал с храмом. Поэтому для, когда наступает мессианский век, он пытался объяснить Израилю, пытался объяснить всем, кто слушал его ученикам своим, что именно Иисус Христос самим собою заменяет Иерусалимский храм. Это новая реальность. Он для нас наш храм. Иисус Христос заменяет в себе все установления иудаизма. Он и наша суббота, как я говорил, нам уже не нужно исполнять субботу, чтобы заслужить внимание Божье, чтобы войти в расположение Божье. Мы вошли в Божий покой через Иисуса Христа. Мы имеем полный доступ. Для нас каждый день суббот. Мы в покое, потому что мы во Христе. Для нас Иисус Христос наша Пасха. Потому что благодаря Его жертве все грехи прощены. Ангел-губитель прошел мимо, суд пройдет мимо, потому что мы во Христе. Для нас Иисус Христос, Он является добрым пастырем, о котором читалось, проповедовалось во времена празднования Хануки. Он говорит: а я добрый пастор, если те пасторы, которые завели вас в грех и дало поклонство, и из за это было наказание Божие, я не такой пастор, я пастор добрый, отдающий жизнь свою за народ свой. Он противопоставил себя всей вот этой религии иудаизма, всей системе иудаизма Второго храма, показывая, что вся эта система на самом деле указывает на него. И с его пришествием вот эта вся система подходила к концу. Она была временной, и функционирование этой системы становилось неактуальным. Начиналась новая эра. Эра церкви Иисуса Христа, эра правления Иисуса Христа. Хотел в заключение сказать, время летит, скоро нам время будет молиться, будет объявление, у меня тоже есть объявление о молодежном служении, это займет несколько минут. Я хотел обратить внимание на такие вещи в заключение, о важности понимать вот такие истории, которые Иоанн для нас оставил. Он оставлял на странице своего для их не зря. Он пытался передать определенное послание церкви. Он знал, в каких условиях церковь будет жить, он знал, что определенные установления тоже будут появляться, и церковь будет иногда очень религиозная. Он знал это все, потому что он знал природу человека, он знал, к чему обычно человек какая-то тенденция, он быстро э, приплывает к тому или определенному берегу, и он оставил вот это послание для всей церкви на все времена, что мы должны важнее всего в нашей жизни искать личных взаимоотношений с Иисусом Христом. Никакая религия, никакие установления правила и традиции, они могут быть очень полезны, потому что продажа вот этих жертвенных животных, она была удобна в каком-то смысле. И то, что можно было обменять любую валюту на валюту храма, вроде как удобно. Я знаю, что иногда, когда мы совершаем международные полеты, иногда сложно найти автомат, где обменять да, доллары, не везде же не ходят. Было все сделано удобно, но эта религия, она потихоньку увела взоры Израиля от Бога к религии просто. Затмила Бога собою. И евреям было не важно, в каких они отношениях с Богом. Было важно, исполнили ли они до Иоты. Вот те установления, которые были придуманы священниками, первосвященниками и фарисеями. И религия увела их взор от личных взаимоотношений с Богом. А Господь ожидал раскаяния. А Господь ожидал изменения сердца народа. И вот это жертвоприношение, оно должно было стать, практика жертвоприношения, она должна была стать для Израиля временем покаяния, днем осознания своей греховности, днем плача и скорби, и днем обновления, а не просто поставить на конвейер и не обращать внимания на духовную реальность, что Богу не нужны жертвы, ему важнее послушание. Ему важнее, чтобы народ Божий освящался. Поэтому для нас эта история имеет очень важное значение. Мы должны ухватиться за Иисуса Христа и поставить Его на главенствующее место в нашей жизни. Мы должны светить Его имя в нашей жизни. Мы должны стараться жить праведно в нашей жизни, чтобы нашей жизни не унижать и не обижать Его присутствие, Его жертву. Это для нас является главным месседжем, главной, глав, главным как бы мотивом нашей жизни. Не увлекаться определенными сейчас теориями заговора, знаешь, первым белым бежать, включать ОРТ или НТВ+, чтобы послушать, что там происходит, что в курсе, какие-то тайны, а вдруг без нас что-то пройдет и мы не узнаем. Увлекаемся, когда же там это уже вроде все камни для нового храма посчитаны и в подвалах хранятся только команду «Дай, будем строить!» Переживаем за строительство храма, переживаем, когда там уже разведут рыжих телиц. И в это же самое время, в это же самое время часто забываем об Иисусе Христе, забываем о личных взаимоотношениях с Ним. Вы знаете, религия позволяет притворяться. А в личных взаимоотношениях с Иисусом Христом невозможно притворяться. Он сердце видит, и он точно видит, радеемое ли его служение, очистого ли мы сердце служим его, или мы прячемся за религиозным какими-то праздниками, установлениями. Это его обижает. Поэтому он ревнует, потому что он хочет быть первым, он хочет, чтобы мы бежали не на каналы послушать новости с утра, а открывали его слово, и спрашивали, Господи, что Ты повелишь мне сегодня делать? Как я должен сохранить себя в это тяжелое время? Я хочу, чтобы Ты был моим гидом, Ты был моими новостями, Ты бы вел меня по этой жизни. Мне все равно, что происходит вокруг меня. Я хочу сконцентрировать свою веру и свой духовный взор на Тебе. Это главный месседж, зачем Иисус Христос переворачивал столы чтобы посмотрели на Него, чтобы обратили внимание, кто пришел в храм. Чтобы не держались за тетрадрахмы, не ловили за хвосты голубей, посмотрели на Иисуса Христа. А как часто мы иногда забываем об Иисусе и отгоняемся за голубями, всю свою жизнь. И Господу больно это видеть. Поэтому вот такой главный, как бы мотив этой истории, чтобы мы не заменяли религии, личное взаимоотношение Иисусом Христом, а именно искали их, углублялись их, молились, освящались в Своей жизни. Потому что именно отношения с Иисусом Христом открывают нам доступ к Богу, открывают нам небо. И в заключение хотел сказать маленькую историю, сейчас буду молиться. В этой истории еще есть определенная ирония, братья и сестры. Мы говорили с молодежью уже, что Иоанн очень часто использует эту технику, если ее можно назвать, да, способ передачи, иронию. Очень часто. И Иисус Христос часто иронизирует. И сама, сама история напичкана, иногда очень наполнена такой иронией самого Евангелиста Иоанна. Вот здесь он говорит о том, что Иисус Христос пришел к Своим в храм. И все вот эти иудейские установления, праздники, они указывали на пришествие Мессии. Но ну, никто в мире так хорошо не знал эти указания, вот эти стрелочки, да, путеводительные столпы, как Израиль. Но кто, как не Израиль, должен был увидеть? Но кто, как не Израиль, должен был понять, что происходит? Это было на их языке, было в их культуре, было в их время, на их территории, перед ихними глазами. Но мы читаем, что никто не увидел. Пришел к своим, а свои не приняли. Это страшная ирония. Когда все было дано в руки Израиля, и он должен был увидеть, Бог ему помогал различными методами, и праздники дал, и установления дал, все говорило о пришествии Христа, но он оказался неузнан. И вот это благословение, оно прошло мимо. И Израиль не обогатился пришествием Мессии, не увидел свою миссию Вы знаете, в Техасском христианском университете мне рассказывали такая история интересная. Решили собрать, была такая традиция раньше. Можете включить файл, если кто-то близко к PowerPoint. Последний слайд, там есть здание этого христианского университета, там есть холл. Его называют Дэниел Мейер Колизейм и памятник человека, это назвать его Dutch Mayor, он был э, преподаватель, был тренер этого колледжа христианского и по футболу, и по баскетболу, и вообще э, был э, одним из организаторов этого университета. В его имя вот этот холл, вход в университет, назван в честь этого человека, его именем. И вот рассказывает блаткая история. Он уже не преподавал, он был довольно пожилым человеком, Студенты решили сдавать макулатуру или старые газеты, чтобы тогда была такая традиция в Америке, что все привозили, называли paper drive, привозили старые newspapers, газеты, и они потом сдавали на макулатуру, и выигранные деньги шли на нужды класса, на нужды университета. И они несколько дней объявляли по новостям, люди привозили много газет, много газет, набрали достаточное количество и сказали, что в принципе все, останавливаем этот paper drive, достаточное количество макулатуры, закрыли все, и Трак, полный набитый газетами, уехал. И в этот момент зашел старенький дедушка и начал объяснять студентам, что у меня много есть старых газет, я тоже их принес, но извините, что я опоздал, но я хочу что-то тоже пожертвовать на, на университет. И ему сказали, дедушка, ну, оставьте свои старые газеты себе, ну, уже Трак уехал, уже никому не нужно, вы опоздали, извините, и помогли ему выйти, ну, чтобы он не мешал жизни университета, там не срывал э, рутинный такой да, спор... распорядок дня, и его вывели. И в этот момент заходил один из учителей и говорит, а вы знаете, с кем вы только что разговаривали? Они говорят, ну это какой-то странный дед, опоздал, не вовремя пришел, и свои газеты сейчас сует, мы поп... отправили его домой. Он говорит, а вы знаете, что это был датчмейер, человек, в имя которого назван весь вот этот холл, все это здание. А вы его так и отправили в Освоясь, и не узнал, кто это. Вот так само произошло в Иерусалиме, когда в храм пришел Иисус Христос. Храм был создан именно для того, чтобы указать на Христа. Он ради Христа был построен в Иерусалиме. И пришел Христос, а Израиль не узнал. И он ушел не узнав. Поэтому иногда в нашей жизни Господь говорит, Господь приходит. Господь пытается наше внимание привлечь к себе. А как часто мы не узнаем этого момента, этого прихода, чтобы осветиться, чтобы измениться. Вот путь Господь нам поможет сегодня пересмотреть нашу духовную жизнь и посмотреть, где мы сейчас находимся. Мы больше бегаемся за религией или мы действительно ищем, как нам построить истинные, личные, такие сильные духовные взаимоотношения с Иисусом Христом. Насколько мы чувствительны к Его голосу. Насколько мы замечаем, когда Он приходит в нашу жизнь это многое может изменить. Это может принести огромное благословение и для каждого из нас, и для нашей церкви Иммануил. Поэтому прославим его в наших молитвах. Пусть он всегда будет с нами. Пусть мы всегда видим его присутствие в жизни нашей. Аминь. Помолимся.